Tere hommikust ja tere... Доброе утро! Добро пожаловать на семинар по карьере кассы страхования по безработице. Я очень рад, что вы все у экранов для того, чтобы принять участие, использовать эту великолепную возможность послушать, подумать с нами и, может быть, обсудить те темы, которые касаются нас всех. Потому что большинство из нас, рабочие люди, может быть, задумываются о том, насколько мне подходит то рабочее место, на котором я сейчас работаю. Может быть, где-то есть лучшие возможности, какое-то лучшее, более привлекательное рабочее место. И вот в этом и есть цель нашего сегодняшнего мероприятия, чтобы вы послушали интересные дискуссии и вдохновились на перемены в своей карьере. Что это значит? Ну, нельзя забывать, что, к сожалению, мы живем в такое время, когда один кризис еще не закончился, а на подходе новый и более масштабный. Вот коронавирус. Казалось, что мы уже его преодолели, и вот новый кризис. Совсем близко от нас в Украине это все происходит, и понятно, что в нашей жизни и на рынке труда грядут новые перемены. Сегодня у нас будет много докладов. Мы обсудим, как планировать свою карьеру, поговорим о том, как построить свой личный бренд. Также расскажем, обсудим, как заключать трудовой договор, каких ошибок можно избежать. Но если мы уже нашли свою мечту, мы поговорим о том, как не перегореть и как найти баланс между рабочей жизнью и личной жизнью, свободным временем. Мы приглашаем вас следить за нашей трансляцией как в интернете, так и на порталах RR, Delphi и PostMS. У нас прямая трансляция. И еще очень важно, что вы все можете принимать активное участие и задавать вопросы, потому что на портале, где вы смотрите трансляцию, есть окошко платформы Slido, и вы можете записать там свои вопросы. И мы обязательно эти вопросы передадим нашим докладчикам. Поэтому, пожалуйста, принимайте активное участие. И даже если вы на работе, можете поставить окошечко с нашей трансляцией, можете нас слушать по наушникам. И работодатель даже, может быть, не заметит, что вы вот за нами следите. Меня зовут Кристиан Пихль, и я буду модератором сегодняшнего мероприятия. И хочу пригласить главу кассы страхования.